Блядь, дед, пить. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Никого нету нигде. Ты дивно велик, Господь. Благодарим тебя за милость твою и за любовь твою. За твое, Господи, долготерпение к роду человеческому. Ты, Господи, не желаешь смерти грешника, но чтобы все пришли в сознание истины, покаяние. Помилуй, Господи, народ твой. Обрати взор на тех, которые ничего не знают о тебе. Пошли к ним добрых благовестников, проповедников, и слово твое докоснется их сердца и оживотворит души эти. Будь милостив к нам, Владыка. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Мы прославляем твое всемогущество. Прибудь с нами, Владыка. Читаем Евангелие от Луки, 9 глава. Созвав же 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней. И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им: ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь, а оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них. Они пошли и проходили поселением, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал, ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. И сказал Ирод: Иоанна я обезглавил, а кто же этот, о котором я слышу такое? И искал увидеть его. Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божьем, и требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему, 12 говорили ему: отпусти народ, чтобы они пошли в окрестное селение, в деревне, и ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте. Но Иисус сказал им: вы дайте им есть. Они сказали: у нас нет более 5 хлебов и 2 рыб. Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? Ибо их было около 5000 человек. Но он сказал ученикам своим: рассадите их рядами по 50. И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, и, воззрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели и насытили все, и оставшихся у них кусков набрано 12 коробов. В одно время, когда Иисус молился в уединенном месте, и ученики его были с ним, он спросил их: за кого почитает меня народ? Они сказали в ответ: за Иоанна Крестителя, а иные – за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес. Он же спросил их: а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр: за Христа Божия. Но он строго приказал им никому не говорить о сем, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам,
истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой, блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшая с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Не знаю, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако, и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня». Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. «Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова его, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». При сем Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». И Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын человеческий не имеет где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад,
неблагонадежен для Царствия Божия. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Спаситель Иисус Христос! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Благодарим Тебя за великие неизреченные милости и долготерпение Твое. Благослови этих детей. Избери из них на проповедь, на благовестие для Царствия Твоего. Не дай им развратиться здесь. Пощади, Господи, и помилуй. И благослови то, кто это показывает, того человека. Воздай ему добром. Слава Тебе, наш Господь Христос. Слава Тебе. Милости Твоей, Господи, полна земля. Ты совершил великое и дивное для человека. Ты отдал Сына Своего Единородного, который умер за грехи наши по Писанию. Ты исцелил нас. Ты взял наши немощи на Себя и понес. Хвала Тебе, Господь наш. Благодарим Тебя за Твое долготерпение и милости, оказанные нам, за святую возможность свидетельствовать о Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Евангелие от Луки, 10 глава. После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за свои труды. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, да низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, а отвергающий вас меня отвергается. Отвергающийся меня отвергается пославшего меня». 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Иисус же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и никто не повредит вам. Ничто. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам, ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите. Ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.
И вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, а что мне делать, чтобы изнаследовать жизнь вечную?» Он сказал ему: «В законе что написано? Как считаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогой и, увидев его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем. Если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближним попавшемуся разбойником-то?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». В продолжение пути он пришел в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У ней была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у ней». Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже! Мир вам! Здравствуйте, отец! Здравствуйте! Если есть вопросы, можете задать. Есть вопросы? Давайте. Скажите, а вы на Ютубе не ведете блог? Веду блог. Называется «Во свете Библии». А, нет, а я по другой. Я думал, про староверов как-то что-то. Или и как-то. Там про староверов есть. Есть. Это вот там, где завтрак старовера показан или что-то такое, да? Ну там много. У меня 14 260 роликов. Там все есть. Я приятно удивлен, что увидел вас вот так вживую. Да. Мы строим деревню с нуля православную. Это на Алтае, если не ошибаюсь? На Алтае, да? Правильно. Я видел ваши блоги на Ютубе, смотрел. Я думаю, приятно, радует. У нас, я с Сибири, с Красноярска, у нас тоже... По Енисею, по Ангаре староверы живут, на юге, в Хакасе. Ну, а мы по природе из старообрядцев, но мы ходим в церковь. Вот, старообрядцев, вы... без поповцев, киржаки называли нас, дражнили. У нас так же называют, то же самое, это самое название. Ну вот, а если вы нас называете «Во свете Библии» и поставите слово «сайт», зайдете на наш сайт. Там я отвечаю на 4124 вопроса, 55 папок. Я вел занятия в 5 университетах, 3 радиопрограммы. Там очень и очень много заложено. Извините, перебью. Я, знаете, что сразу, вот мне начали говорить, я сразу вспомнил, там поправку выдавали по поводу подкаблучника. Да. Мне так понравилось это сказано, как да. Вы сказали. Я думаю, как человек правильно сказал. Я лег спать, очень... и меня разбудили тут. Да. Я читал, я смотрел это, я думаю, вот как правильно. Да. Блин, вот яблочко, красиво. Ну это Библия нас так учит. Я сам-то по себе что могу сказать? Я понимаю. Вы уж меня это за импульсивность. Вот спрашивает опыт. Мне 80 лет, 10 июня будет, а у меня за плечами 5 тюрем, гонения, там пытки, что только со мной не делали. Я еще таблетки не съел. Почему? А Господь, видя все это, на меня столько нападок. За последние полгода пришлось заблокировать 7500 человек. В черный список отправить. То есть специально масонам дали задание в Великобритании. И сейчас меня прям поедом, они сделать ничего не могут. Ролик за роликом выставляют. Всякую мерзость говорят. А меня это никак не касается. У них ничего нету. А у меня каждый день новое. Я вот сейчас рулетки. Вот месяц назад... И сколько? 5 дней. Месяц и 5 дней. И у меня уже составлено здесь бесед
на 200 человек, на 200 роликов. Меня зовут Александр, а как вам обращаться? Игнатий Лапкин. Игнатий Тихонович Лапкин. Игнатий как? Тихонович Лапкин. О, как моего товарища фамилия Лаптев тоже. Лапкин, Игнатий... Лапкин, К, К. А, Лапкин, да, я понял. Уменьшительное слово от лапа. Блин, что... А, вот, вот мысль потерял немножко. А вы не, вам не кажется, или как вы думаете, все-таки мне... Как вы думаете, Европа начинает, отходит от христианства, она возвращается к язычеству? Да, еще хуже язычество. Мы очень хорошо знаем. Вот мне Господь позволил издать в бумажном варианте 38 томов по 752 страницы. И Бог положил мне на сердце подарить библиотеки. Вот из Барнаула мы проехали до Владивостока, порт Находка. Потом забросили груз-контейнер границы, прошли до Лиссабона. Прошли Прибалтику и Скандинавию, Турцию прошли, 6 мусульманских республик. Посетили 650 городов и больших сел. И везде я дарил полный комплект. По милости Божией. Поэтому Европу мы знаем, прошли и видели. Там ждать ничего не приходится. Там вот эти гей-парады, такой Содом устроили, даже говорить страшно. Так вот, рулетка вот эта. Тут половина голая, половина. Примерно 80% мусульмане. Я им говорил, а вы зачем здесь? Ну вот, это познакомиться, беседа. Чем познакомиться-то? Когда люди тут самые отсталые, я говорю, собираются. Половина раздетая. Для чего? Показывайте половые органы. Открыто совокупляются. Ты пришел зачем, я говорю? У вас 4 жены, ваш руководитель разрешает вам. Но кого им платить? А здесь 44 даром. И ты как жеребец на чужих кобыл лезешь. Засмеялись, так сказать, раскусил нас. А что-то укусят? Я знаю вас, на базаре стоят. Свою укутает, а этих живьем раздевает. Вот вы в самом Красноярске находитесь, нет? Я вас хочу познакомить с одним человеком, вы его найдете. Он мой близкий друг, он преподает в Государственном университете в Красноярске и в Государственной академии. И одновременно ведет занятия в Митрополии. Юрий Соболев. Сейчас, секундочку. Да, пожалуйста. Юрий Соболев. Он, да, вы, да. Лучше всего его найти, если бы было в скайп на меня выше, я бы данные его скинул. А в скайпе меня найти очень легко. Игнатий Лапкин, я один с этим именем. Я, к сожалению, к своему стыду скайп отключил, потому что у меня вайбер есть, а скайп нет необходимости больше это загружать. Ну, тогда вы найдете по фамилии в университете или где-то. Вот это человек очень интересный. Кроме того, он близко знает Геннадия Фаста, он в Абакане служит. Это немец. Он был преподаватель в Томском университете. И однажды его привели ко мне, он меннонит. И он обратился в православие, сейчас он доктор богословия, патриархии. Это очень большой человек. Столько книг им написано. Ну, доктор богословия, это не на дороге валяется. И Юрий с ним познакомит. Он иногда в Красноярск приезжает, там в университете, где считает проповеди. Вы через него выйдете на хороших людей. Всегда с умными людьми, тем более, если это от души, я всегда с такими приятно разговариваю. И вообще с такими общение с такими людьми всегда. Ну да. Понятно, что... Да, говорите. А вот, когда по мусульманским странам мы проезжали, как отношение было с их стороны к вам? Знаете, когда мы поехали, мне говорили, ну ладно, вы уже хотите быть мучеником, умереть, вам все равно. А с собой-то зачем берете? А мы двое. А третий шофер и собака. Ну, в Чечню это там головы режут. А мы в Чечне были несколько раз, и как домой приехали. Такое отношение... Вот мы идем, допустим, в Дагестане, а там, говорят, ночью убили священника. Ну и на каждом везде повороте, везде стоят полиция, а чуть подальше снайперы. Чтобы снайперы стояли, я первый раз там увидал. Ну, обстановка тяжелая. А мы в библиотеку пришли, а там показано, где библиотека. Я книги подарить. Бумагу дают, что они будут беречь. А там так стрелка идет кверху и влево. Комната для намаза. Молитва. Мы спросили директора, а зайти можно помолиться? Он говорит, какой вопрос? Он сразу телефон. Мы идем, они уже открыли. Мы разулись, зашли, все засняли. И там мы молились, просили мира, чтобы люди уверовали во Христа.
поклонились последним поклоном, как у мусульман, а у нас точно так же молятся, помолились и пошли. У нас, к нам мусульмане нигде не отнеслись плохо. Вот если мы где-то молимся, а когда из города выезжаем, мы всегда молимся. Палатка военная 2 на 2 метра, а они, бывает, дорогу делают или там, ну, с юга там приезжают где-то. Если мы молимся, 100% гарантия, к нам никто не подойдет. Они за этим следят, они очень любят молящегося. Они знают, что беды от такого человека нет. А то нас щурками называют, то другое. А вы о нас вот отзываетесь. А у нас родители уехали, когда деревня наша была разрушена. Мы с нуля строим сейчас новую деревню. Вот. И они ехали во Фрунзе. И мы там близко знакомы с ними были. Там киргизы, мусульмане все. Дед мой принимал их еще, когда они проездом ездили, какие-то там, с Казахстана. И они к нему заезжали. Но их никто не принимает. Ну, еще спрашивают, это нехристи какие-то. А дед наш, мамин, отец мой дед, Егор Илларионович Чунарев, поселок Карповский, Тюменского района Алтайского края. И они у него всегда были. Ну, отдельно чашка, отдельно все чистенькое. Ну, кто они такие-то? Нехристи. Ну и вот. И как-то он говорит, поехал. Поехал и попал к ним туда в аул. Его, видимо, кто-то увидал. А они как загоготали по-своему-то. К нему бросились, с телеги его стащили и на руках по всему аулу пронесли. И всем говорили, это тот человек, мы вам рассказывали, мы у него ночуем, никогда ничего не потеряется. Он нас медом кормил, а у него пасека своя была. А у деда 3 сына ушли на фронт, ни один не вернулся, артиллеристы погибли. Я попутно сказать, я не знаю кому как, но в моей жизни плохих мусульман не было, просто не было. Вот сейчас выставили мою переписку с Самирой Тагиевой, прямо на нашем ютубе. Найдете там, прямо рядом около входа. Мы с ней переписывались, она жена муллы. И когда мы были в Азербайджане, дома ночевали у них. Какая... Я знаю про нее. Вот, пожалуйста. Вот ответ. Я не знаю, я никакой гарантии ни о чем не говорю. Я только про себя говорю. В моей жизни мусульман вот так вплотную, чтобы сойти, ни одного не было. И мы говорили открыто, что у них вот написано так. У меня 3 слова табу. Я не повторяю. Аллах, Мухаммад, Коран. Мне Бог послал Евангелие проповедовать. Ну а как вот наш пророк, я говорю, слушай внимательно. Ваш пророк как говорит? Что последний пророк, да. А теперь смотрим Слово Божие. И Господь посылает 2 пророков с неба, Еноха и Илия. Они будут убиты на улицах Иерусалима. 3,5 дня будут лежать их трупы там. И потом они воскреснут на облака. У вас есть? Нету. Ну, значит, не последний. Дальше. В каждой общине должны быть пророки. Пророчествуйте. У нас 1000 пророков, а у вас ни одного нету. Теперь... Считайте, я говорю, я Евангелие беру, это моя книга священная, а вы по своей судите. Написано Галатам 1:8, если мы, апостолы или ангелы, будут говорить не то, что мы проповедовали, да будет анафема. Вот и решай. Теперь Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса. Нет. Вот и все. И дальше мы считаем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. «Верующий в Сына Божия Христа имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И далее. «Кто не чтит Сына, не имеет и Отца». Вы говорите, у вас название Бога какое есть, а Сына не признаете. А у нас Иса. Иса, он умер? Нет. Да в этом весь смысл, хитрость сатаны. Он умер за грехи наши. Он агнец закланный. Вот я говорю, вы картину видели, явление Христа народа в Третьяковской галерее? Комната одна посвящена одной картине, он 20 лет ее рисовал. И идет Христос по холму, а Иоанн простер руку и говорит, это Евангелие от Иоанна 1:29, вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Грех мира берет, а у вас нет, кто бы вас спасал. Мы у них там разбирали, это Римлянам 6:23. Возмездие за смерть, за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. Что грех смерть за грех, это они все согласились. А дальше руками развели как? Ну, добрые дела делать. Я говорю, он приговоренный к смерти сидит. Какие добрые дела-то? Его взяли на месте убийства. Его взяли, он сидит. Дальше что? Ну, говорит, Аллах таких не принимает. А я как-то на собрание там попал, где муллы и мамы были. То есть высокое такое собрание было. Там шейхи, наверное, были.
Ну, он таких не принимает. Я говорю, у нас принимает. Около Христа два разбойника распятые. Оба хулили его, но один опомнился и говорит, что ж мы делаем-то? Он невинный, а мы-то, ну... Они говорят, нет, так... у нас женщина пришла, блудница, он ее принял. Он говорит, а он таких наш не принимает. И вот это разница. А я это и блудница, и я такой разбойник. А меня Господь принял, очистил, омыл и благословил. Это был разбойник Варнава, который покаялся и принял. Да, Варава, Варава. Варава. Да. И Малина, Магдалина. А нет, это они просили, а на кресте это другой был. Это они просили, когда освободить. А разбойник, это два уже прибитые были. А это обменяли, когда он еще живой, не пытали его. Вот я вам скажу, вот сегодня я приятно рад. Наверное, это вот одно из немногих, наверное, стоило того, что несколько дней подключить рулетку, и для того, чтобы у вас увидеть здесь. Это самое хорошее впечатление мое будет. А всем время... А мы молились об этом. У нас был парализован один брат, и он умер. 17 лет лежал недвижимый, головой ударился, нырнул, 7 позвонков разлетелось. И он перед смертью зашел сюда и 2 ролика составил-то. А теперь, когда он умер, я вижу, дело его начато, а мы были близкие-близкие с ним. А как дальше? Я стал просить, Господи, этот талант Сергея дай мне. Талант этот. И вот я зашел сюда. Это, прошу прощения, еще раз напомните, как у вас блог называется? «Во свете Библии». YouTube называется «Во свете Библии». А если сайт поставите, откроется сайт, тоже «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Добавьте слова. «Во свете Библии». Отдельно сайт, отдельно YouTube, отдельно форум. Но все-таки где-то вы выйдете на меня потом по скайпу. Игнатий Лапкин, зарядите, я один такой в интернете. С этим именем, фамилией. Мне высвечивалось как-то какое-то время назад, я видел ваши блоги, вот там, где вы завтракали, когда рассказывали о простой вкусной еде, которую надо кушать. Вот потом изречение про каблучника я смотрел, и я еще тогда запомнил. И потом приезжал к родителям, племешу рассказывал о том, как надо поступать, ссылаясь на ваше повествование. Я его причем считаю самым правильным. Это даже без изъяна. Это то, как надо поступать. Это правда. Это... Ну, на меня нападают по всему. Сейчас вот заказ сделали на меня. Это Синицкий такой. Уже роликов 5 из моих. А у меня что же не брать-то у меня? 14 260 роликов. Ну, вообразите, что это такое? Тысяч, не сот, тысяч. И у меня, я начальник детского лагеря 45 лет. У меня 470 роликов про лагерь. Да меня на любом месте бери. Выставлено моих книг вместе с 38 в бумажном варианте, да 7 еще в интернетном, по 800 страниц. У меня 4 книги стихов, 4 тома. Да меня голыми руками можно брать-то. А тот сидит, у него нигде ни с кем не встречается. Он, его скрыли. А что за оппонент? А что за оппонент? Синицкий, он не оппонент, он назначено. Это он где-то в Житомире, на Украине. И масоны заказали меня. Ему разницы нет, он нападает на всех. Ну, я бы... Разницы нет. Но он напал на Иоанна Златоуста. Самый великий проповедник 5-го столетия. Он считал его клеветать там. Я его тогда попросил выйти на скайп, поговорить. Он отказывается. А Сергей парализованный, Козлов, и говорит, я его вызову. И он и не вышел, он не выходит никогда. Ни с кем не фотографируется, никто не знает, чем занимается. Сейчас раскопали, на меня натолкнулся, а за меня тысячи людей заступились и стали его раскручивать. И он, оказывается, 10 лет не работает, только у него целая команда, оплачивается дорого. Каждый день новое на нем одеяние, все подняли. И как его масоны принимают. Так, если зайдете, Александр Синицкий, полная версия, вы найдете этот ролик. А я блог забью в Ютубе, буду смотреть ваши блоги. Да, и рядом потом... поставите меня, и увидите, он на меня уже 5 или 6 роликов поставил-то. И он все извращает. Но я не считаю, не смотрю, мне некогда. Зачем мне это нужно? Он ничего не делает, а у меня с вами беседа. А я рад, я серьезно говорю, рад. Вот я со многими людьми разговариваю на разные темы, причем такие разные. Еще вопрос. Серьезно, я даже когда вас увидел, сначала не поверил.
Я видел ваши ролики, ну как бы немножко экран и человека вот так, немножко другой, ну разные вещи. А теперь потом спросил, когда вот все понятно, я серьезно, я рад, что сегодня с вами. Вот, если Господь благословит, и у вас будут вопросы, вы мне можете готовить вопросы любые. Я вел занятия одновременно в 5 университетах, школах, милиции. У меня опыт 56 лет. Я в 23 года. Вот вы дело делаете, когда рассказываете детям маленьким. Да. Вот, основы правильной христианской жизни. Да, как в школах, как воспитывать. Ну, 45 лет я начальник детского лагеря. Еще только не делали, чтобы закрыть, и никто не смог ничего сделать. Один год, в 98-м, 15 краевых комиссий. Даже КГБ подключили, не могли сделать. Врачи, детей исследуют, ничего нету. Почему? Ну, большая, конечно, Господь защищал, но у меня была стена, прокурор края, там губернатор, мэр города, все за меня, директора заводов, чьи дети были, знают. А которые нападали, то у них ничего нету. Я однажды обратился, и депутат Макаров, он военный, от военных избран был-то. Мне, я говорю, продуктов не хватает, а где я возьму? Мне государство за 45 лет ни рубля не дало. Это надо помнить. И они мне прислали с Рубцовски там гречку, там что надо. Каждый год где-то находятся люди, которые помогают. Я сейчас даже никуда не обращаюсь, только к одному человеку, предприниматель. И они дадут сколько? Муки. Я сам печник 40 лет. Мне прорабам не давали работать. И поэтому лагерь пришлось ликвидировать. И теперь 2 года мы в другом формате. Два дома, несколько домов купили, и туда приезжают люди, а устав то же самое. В 5 вставать, та же гимнастика, та же молитва, та же ягоды, там, всему, чему учил раньше. Это уже фактически 47 лет я начальник лагеря. Вам 47 лет – это жизнь целая. А интересно, Андрея Кураева вы знаете? Слышали? Как говорит, протодиакон всея Руси. И он где-то выступает, не видно аудитории, но видно, там люди гудят. И говорит, а вот я вам задам вопрос. Вы знаете, кто самый знаменитый, самый великий миссионер нашего столетия? Там? А кто? В наше время, да, живет сейчас где-то. Ну, не знаю, он тогда называет меня Игнатий Лапкин из Барнаула. А вот через это его свидетельство Юрий Соболев узнал. И все мои книги выписал, купил, и теперь все распространяется. Вот Андрей Кураев сказал, он не думал, какие последствия будут. А последствия такие, что на вас вышел. Это все связано в один узел. А вообще многие, вот такой вопрос, многие останавливаются разговаривать? Да, многие. Не, ну, сказать многие, я не могу слово многие. Ну, по крайней мере, уже человек 30 за месяц. Каждый день примерно человек, ну бывает не один, а школьники, бывает дитё, совсем небольшое, лет 12, внимательно слушает, ну все рассказывает, как у них церковь, я ей даю данные свои, а тут я взял, написал, я говорю, во свете Библии, а люди не понимают этого, я боюсь даже показать вам, и взял на бумаге, написал, переспрашивают, во свете Библии открытым оком, у меня книги называются «Открытым оком», «Открытыми глазами», эти места из Библии взяты, и это мне приписали, что я объявление даю или там спам какой-то, и они меня закрыли тут, но потом, видимо, написали им, я вот нахожусь, после обеда я уже опять был в чате в этом, в рулетке. Я написал, но не показать даже нельзя. Ну, простые слова. Во свете Библии открытым оком Игнатий Лапкин. 6 слов. Если вы зарядите вот эти слова, даже Игнатий Лапкин, YouTube, все, вам откроется. Я говорю, я сейчас просто не совсем, я с планшета захожу, а попозже я обязательно на YouTube канал ваш зайду. Вы зарядите там сколько, найдете, которые враги выступают, они в бешенстве. А я им говорю, Исидор Пелусиот, был такой святой, говорит, предвзятость не дает здравого мышления, а злоба вообще отнимает разум. Вы осатанели, ничего нету. Ну что ты с меня возьмешь, скажи конкретно, я не священник. Авторитет мой подорвать, я за ним и не гнался никогда. Но все, которые соприкасались к моей, говорится, негодности, они выходили на первое место на мировую арену. А как так? Не знаю. Вот мне звонят. Звонит брат родной, 40 лет священником. Вот 3 февраля ему исполнилось, у нас архиерей служил здесь. И он говорит, вот со мной рядом режиссер Кузнецов,
Владимир Сергеевич из Красноярска. Это отдел, подотдел документальных фильмов Свердловская киностудия в Красноярске. Просят, чтобы разрешил приехать снимать. А что снимать? Я недолго не разрешал, потом, ну пусть приезжает. Они сняли фильм. И он занял место, первое место, ну тогда бобины такие, не было никаких там, это 80-е годы. Первое место на международном киноконкурсе, «Предчувствие» называется. Можете зарядить себе фильм «Предчувствие». Теперь проходит время, он еще просится. Я говорю, ну уже были же, снимали. Нет, надо про Потеряевку, это деревню, которую строим. Он снял, и среди фильмов он занял первое место в России. Ну это что-то говорит. Это, ну не я это придумываю, это первое место на международном киноконкурсе, а там профессора в ГИКа, несколько епископов были. И главное, они опоздали почему-то, приехали, а уже все, закончился фестиваль. Ну, он говорит, ну посмотрите, уже вчера закончились. Ну что смотреть, первое, второе, третье, говорит, уже разделили. Ну для себя посмотрите, когда они посмотрели, первое сдвинули, ему дали первое, а который первое на второе перешел. Вот такое дело было в Югославии. «Золотой Витязь» называлась эта фигура, которую получили. Это Бог делает. Мальчишка один тут говорит, вот я, говорит, наткнулся на конкурс, 300 человек участвует, знаменитости нашего времени. Ну, как-то такое-то. Ну, и папа мне подсказал с вами, Попов. Попов, ладно, Сергей Иванович. А он у него композитор, отец, поэт такой славный. Ну, и Ваня занялся. И я говорю, ну, а что ты, Ваня, ты найдешь во мне? Нет, папа сказал о вас написать. Он написал. А то в Москве. Первое место занял. Первое место на конкурсах. А что писать-то? Но тут маленькая загвоздка была. Он когда приехал туда, ему говорят, ты на втором месте теперь. А почему? Ну, организовали это все евреи. И они первую премию отдали мальчишке еврею, который написал о синагоге. Ему говорят, да к личности писать. Ну, ладно, лишь бы знаменитая была. О синагоге московской написал. Ему дали первое, а Ване, этому Попову, второе. Это Бог делает так. Иоанн Златоуст говорит, у славы есть такое свойство. Кто за ней гонится, чтобы меня прославили, она от того убегает. А кто от нее убегает, она за ним гонится. И все равно догонит. Я никакой, у меня нет образования никакого такого, ну, гуманитарного. Я просто технарь, техник, строитель. А Бог так делает. Ко мне тут мэр города заезжает, и какую помощь оказывают губернаторы, директора заводов. Это Бог делает. Потому что все понимают, дело, которое я делаю, оно не для себя. Вот это книги вышли, такие деньги, и вдруг я от океана до океана прошел 120 тысяч километров. И что интересно, я занимался когда-то в уголовном розыске, а тут один, называется кинолог, собак дрессирует, а он член нашей общины. Я говорю, Сережа, ты дай мне собаку-то. И он ее переоформил на меня, его зачипировали, что за границей требуются уколы, все эти справки дали, и поехал. Ну, он просто собака и собака. Ну, а дорогой каждый день им занимался, когда спать я занимаюсь. Он приехал на первой выставке, стал чемпионом Сибири. Когда мы второй поездки вернулись, он пошел, стал чемпионом России. Собака, чемпион России. Я говорю, вот как Бог делает. Мы ни за чем не гонимся, а просто я хочу быть верным Иисусу. Я отвечаю, ни на кого не смотрю, высокий начальник нет. Я писал и Горбачеву, и там Хрущеву, всем писал, в ООН писал обличительные письма. В ООН. Вот Господь гадал всем патриархам, а сейчас начинает купели строить. А как? За деньги, ладошкой по голове крещение. Это обман. Человек должен уверовать. Троекратное полное погружение, как князь Владимир крестил, как Христос крестился. И бесплатно. Три условия все нарушаются. Я обязан говорить. Иначе какой же я проповедник? Вы однозначно, полной уверенностью знаете. Это вы будете самый яркий, наверное. Самый поносимый. Они как-то мне говорят, один священник, поверьте, говорит, пройдет там лет меньше 50, Игнатия будут канонизировать. Уберут там, что не нравится им. Я говорю, попробуйте. Я как пну из могилы с сапогом, так вылетите. Что вы придумали? Вот гонят меня, это мое. Меня бьют, как старого быка, шкура толще только. Меня гнали, это не один, не два года. 26 лет меня только крутили, мучили, психиатрия. И под каким видом? Пять тюрем за плечами. У вас хорошая, отличная память. Ну, это от того, что я... У меня есть стихотворение одно такое. Я бы вам мог его прочитать даже сейчас, если подождете.
Вот разрешите, чуть-чуть только. Сейчас я, зайду, открою здесь. Так, стихи, где же у меня вот стихи? Сейчас. Вот оно, что нашел. Так, я вас не буду видеть, а вы слушайте внимательно. У меня стихотворение 3467, по 9 куплетов каждое. Я женщинам всем благодарен и вдосталь, которые мимо меня не заметив прошли. Взглянули лишь косо, змеёй струились щекосы, занозой в них не вошел, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь, по лезвию острому кубарем там я скатился, а женщина в силе снесла бы мне голову с плеч, теперь бы под старость рыдала, в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака, и сердце кострища с горящей своей головней. Но жив оставался, лишь бороду сдуло слегка, да теплую ночью прошедшая сладко кольнет. Не мне подводить и тоже спектакль необычный, но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не сладость, конечно, что чувствами сад ископычен, но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не прельстили, характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал, мое тело бесилось в могиле, а разум треножил в гиенском сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой, казалось не раз, что капут мне, но корень обрублен и вянут светистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял, работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал, примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанную милостью Божьей, вставал окруженный мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей, дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье в лесу отсиделся, в помощниках, в деле Господнем счастливые чистые сестры. Обстиран, накормлен на шатком своем табурете, как в кресле, и ум мой блудом не источен, по-прежнему острый. Вот такое дело. Блин, я аж заслушался, серьезно. Я вот иногда понимаю, вернее, я сейчас понимаю, когда... Ведь, наверное, любое стихотворение только окружающие, наверное, понимают. Оценивают и потом размножают, наверное, со слов пересказывая. Тем то оно и проходит, и оно популярнее становится, если говорить современным языком. Правда? У меня такое стихотворение как бы автобиографичное. Вот. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Хищником меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в